Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Нет, это еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Абонент доступен». Сегодня мы в таком экспресс-формате работаем в студии. Работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня политолог-международник Федор Лукьянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем сегодня говорить о выборах в США, которые вышли уже на такую финишную прямую. Кандидаты в президенты Джо Байден и Дональд Трамп идут просто бок о бок, судя по результатам, которые есть сейчас. Какие ваши оценки, какие ваши ожидания? Ожиданий нету, потому что ожидать чего-либо бессмысленно. Уже американские компании показали, что все предсказания, как правило, мимо. На сей раз тоже, в общем, мы убедились, что социология, ну, так сказать, не всесильна. И все практически, за редким исключением, опросы до дня голосования показывали уверенное лидерство Байдена практически везде, и в том числе вот в этих главных колеблющихся штатах. Как мы видим по имеющимся на данный момент результатам, это как минимум не вполне так или вообще не так. Так что предсказывать не стоит, но ясно, что Америку ждет достаточно долгий постизбирательный марафон. Трамп предупредил уже, что если результат будет не в его пользу, он это будет оспаривать. Благо, есть основания и повод в связи с этим почтовым голосованием. Тут масса возможностей для интерпретации судебной. Вот. А если проиграет, чуть-чуть проиграет Байден вдруг, то я думаю, что демократы тоже найдут повод, почему это и как это надо оспорить. Ну, когда в России победу Трампа встречали шампанским, вы к этому отнеслись так максимально критически, насколько я помню. Вот сейчас в России кого ждут в президенты США? Вы знаете, вот сейчас, мне кажется, некоторые уроки извлечены. В России не ждут никого, точнее, ждут кого угодно. По опросам, кстати говоря, Левада-центра, вот недавним, за компанией американской следит 11% населения. Что, на мой взгляд, очень позитивный результат, потому что какого, собственно, дьявола жители России должны следить за избирательной кампанией в другой стране? Другой вопрос, что вот я сегодня смотрю телевизор, у меня волосы дыбом встают, потому что населению это явно мало интересно, а вот телевизионщикам и, наверное, политическим лидерам, видимо, просто не о чем больше разговаривать. Уже тошнит, честно говоря, от этого покрытия американских выборов. Но этот вот такой разрыв, который, наверное, заложен в нашей пока еще психологии закомплексованности перед Соединенными Штатами. Ну вот если говорить о Трампе и Байдене в контексте возможной победы или возможного поражения, потому что, учитывая американскую избирательную систему с выборщиками, я сегодня обратил внимание на свой Facebook, где много и либерально мыслящих людей, и консервативно мыслящих, очень условное разделение, но тем не менее. И многие уже говорят о том, что Трамп побеждает, хотя, по данным, опять же, Байден вроде как лидирует по тем цифрам, которые мы видим. Вот в чем специфика этой системы, почему может победить тот, за кого проголосует меньше людей, потому что мы помним историю с Хиллари Клинтон. На 3 миллиона больше избирателей поддержали ее, а Трамп победил. Как это можно объяснить? Специфика именно в том, что в Соединенных Штатах нет общенародного голосования за президента. Есть голосование по штатам, и от каждого штата делегируется определенное количество выборщиков. В результате, да, вот может сложиться ситуация, когда тот, кто выиграл больше абсолютных голосов в относительном распределении, оказывается победителем, как это было с Трампом 4 года назад. Сейчас, кстати говоря, вот, ну, мы увидим конечный результат, но, судя по всему, Трамп набирает в абсолютном измерении больше голосов, чем 4 года назад. Даже если он проиграет, то все равно наберет больше голосов, чем тогда. А это, в общем, свидетельство, что демократическая партия находится в чудовищном кризисе.
Потому что, вообще говоря, не разгромить президента, который столь скандален и настолько провалился с пандемией, и в этих условиях не одержать уверенную победу, это означает, что партия в тяжелом состоянии. А почему Байден, кстати, был выставлен против Трампа? Опять же, есть мнение со стороны аналитиков, что это не самая сильная фигура. Вот неужели на скамейке запасных демократической партии не нашлось более харизматичного лидера? И как вообще оцениваете кандидата Байдена в этом смысле? Кандидат Байден – это наступание на абсолютно те же грабли, что 4 года назад, когда все втихаря и приватно признавали, что Хиллари – кандидат неудачный. Но, знаете, она заслужила, вот она всю жизнь к этому шла, у нее такие огромные заслуги перед партией, ну как мы можем. Сейчас был механизм немножко другой, но, во-первых, раскол внутри партии привел к тому, что выдвинули кандидата, как это называется, наименьший общий знаменатель, то есть вызывавшего наименьшее отторжение у разных групп, такой консенсусный. Во-вторых, конечно, истеблишмент, ну, как верхушка партийная, очень не хочет упускать рычаги управления партией и опасается той новой левой волны, которая сейчас поднимается, очень активной, харизматичной как раз. Отчасти опасается, потому что думает, что эта левая волна, если она пойдет от Демпартии, оттолкнет многих избирателей, а отчасти просто по шкурным соображениям, кто же эту власть и деньги захочет отдавать. В результате вот мы имеем, в общем, кальку 2016 года, чем она закончится, мы сейчас увидим, но партия, которая потратила 4 года вместо того, чтобы проанализировать поражение и сделать выводы, она занималась сначала попытками найти крайнего в лице России или еще каких-то внешних сил, потом занималась попытками сокрушить Трампа посредством импичмента, который заведомо был непроходной, ну а в конце концов, в общем, оказалась в ситуации, когда даже такая катастрофа настоящая для Трампа, как пандемия, они ее не смогли обернуть как следует себе на пользу, потому что идей-то никаких нету. Как с этим быть и что с этим делать? Но если говорить о России, потому что, опять же, есть мнение, что России, российскому руководству удобнее работать с республиканской партией, потому что и с президентом от республиканской партии, потому что она более понятна и прогнозируема. Вот это действительно так? Демократы сложнее для России, для официальной России в качестве партнера? Значит, эти все правила можно забыть давно. Никаких прежних лекал на современный мир и политику накладывать не имеет смысла. Уже при Джорджа Буше младшем, в общем, эта вся схема поломалась. А уж сейчас, что такое демократы, что такое республиканцы? И та, и другая партии мало похожи на то, кем они были раньше. Республиканцы совсем далеко ушли, демократы на пути куда-то в сторону. Поэтому сейчас вот эти вот схемы, ну да, Трампа приветствовали, от Трампа ждали, что он не как республиканец, а как аутсайдер, как человек со стороны, он возьмет и политику изменит. Возможно, он хотел это сделать, возможно. Мы точно не знаем, но можно предположить. У него, а, ничего не получилось, б, когда стало не получаться, он же никаких усилий не стал прилагать, потому что ему это Россия, в общем, достаточно безразлично. Это не тема для него, небольшая проблема. Ну да, Путин ему нравится как мужик, ну и все. А значит, когда он столкнулся с проблемами, ну тогда черт с ним, тогда наоборот введем 45 санкций за 4 года, и будет нормально. Так что сейчас, кто бы ни выиграл, Америка в тяжелейшем кризисе, который будет продолжаться. Страна, как мы видим, абсолютно расколота пополам. Никакой последовательной политики в этих условиях никто проводить не сможет, ни те, ни другие. А России ничего хорошего ждать не надо, потому что Россию воспринимают там однозначно плохо и те представители той и другой партии. Но, тем не менее, риторика Джо Байдена, она такая не самая доброжелательная. Он сказал, что Россия чуть ли не главная угроза для США. Вот недавно он так обозначил. Имеет это значение для российского руководства, вот такие высказывания? Я думаю, что уже нет, потому что принцип «язык без костей», к сожалению, сейчас применим к международной политике в целом. Россия тут зачастую не исключение.
То, что говорится, то, что говорит Байден, то, что говорит Трамп, то, что говорит Макрон, это зачастую ничего не значит, кроме необходимости вот в данный момент, сию секунду, откликнуться на какую-то политическую нужду, причем внутреннюю, как правило. Поэтому я бы вообще не стал обращать внимание на то, что говорилось во время избирательной кампании. Что касается возможных беспорядков, потому что этим тоже пугают, что после того, как будут оглашены результаты выборов, особенно если Трамп не победит, то, в общем-то, это может привести к беспорядкам на улицах американских городов. Вот на ваш взгляд, насколько это реальная перспектива? Может ли быть такое серьезное противостояние сторонников и противников Трампа, сторонников и противников Байдена и так далее? Ну, я в данном случае рассуждаю сугубо обывательски, я не американист и там давно не был. Я думаю, что часть вот этой всей истерии, связанной с запугиванием, это политическая пропаганда предвыборная. Особенно со стороны демократов, но в последний период и республиканцы стали в этом тоже участвовать. Вот будет кошмар, не дай бог, он все, значит, он призовет людей к топору и так далее. Это не исключенный сценарий, учитывая фантастическую поляризацию в американском обществе. Но в то же время скорее надо ожидать мучительных этих судебных тяжб, которые, да, конечно, будут сопровождаться какими-то массовыми акциями, но дойдет ли это прямо до элементов гражданской войны, не обязательно, потому что в Америке все-таки, несмотря на что, это страна судов прежде всего, страна, в которой суды самые мощные, самые главные. И если суд там верховный, допустим, что-то решит, если дойдет до него. Но мне почему-то кажется, что обе стороны это примут, как это было и в 2000 году, хотя тогда Верховный суд фактически объявил победителем Буша. Демократы до сих пор уверены, что тогда выиграл Гор, но они решение суда приняли. Мы, общаясь с некоторыми политическими деятелями в Латвии, в разговоре о выборах в США, они говорят о том, что латвийские власти, ну, по мнению некоторых, опять же, подчеркну, это не данные опроса, они говорят о том, что симпатизируют латвийские власти в большей степени Байдену. На ваш взгляд, кто больше выгоден, Евросоюзу, ну, или, может быть, там, Латвии, Литве, Эстонии, если говорить про балтийские страны? Но счастье Латвии в том, что абсолютно никого не волнует Соединенных Штатов, кому они симпатизируют. И это хорошо, потому что значит, что никто не будет пытаться на вас влиять. А что касается... Ну, в Европе все, затаив дыхание, ждут Байдена и молятся на его победу, потому что Трампа боятся и от Трампа устали. При этом очень многие комментаторы в Европе уже говорят о том, что не надо иллюзий, изменится риторика, изменится стиль, но едва ли можно ожидать изменения кардинального политики Соединенных Штатов в отношении Европы. Америка от Европы отходит. И началось это отнюдь не при Трампе, а гораздо раньше. При Буше и при Обаме это на самом деле продолжалось. Поэтому проблемы, которые есть, они могут сейчас быть затушеваны в случае Байдена. Ну, опять будут все вот эти мантры по поводу трансатлантического единства, они зазвучат с новой силой, но по сути ничего уже не изменится. Трансатлантическое единство в том виде, как оно существовало, есть продукт второй половины 20 века, а сейчас обстоятельства мировые уходят от той ситуации уже абсолютно необратимо и далеко. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время выйти в прямой эфир нашей программы. Политолог-международник Федор Лукьянов был с нами на прямой связи. Благодарим вас, Федор Александрович. Спасибо. Спасибо большое. Да, всего вам доброго.